Всем привет, с вами Прием. Сегодня вскрываю легендарочку на Варлока, которая упала мне для воина, на котором уже есть все легендарочки. А по механике этой игры, на персонажей, у которых есть все легендарочки, падают легендарочки, привязанные к учетной записи Blizzard, на другие классы. И сегодня выпало для чернокнижника. На чернокнижнике у меня уже есть одна легендарочка в виде пылкого желания Кил'джидена. Но я не теряю надежды выбить что-нибудь классненькое для демонолога. Начнем же. Я даже не знаю, что там топовое на самом деле. Но точно не тапки, если честно. Уж точно не они. Но так как у Варлока на самом деле есть, наверное, проблемы с костами на ходу, то, может быть, эти ступни даже будут хороши. А может и нет. А я вообще не знаю. Я так глубоко просто пофигу на все это дело, происходящее на твинках, на персонажах, которыми я не особо-то собираюсь играть. Просто вскрываем легендарочки и радуемся полезным вещицам и проверяем рандом на его, так сказать, благосклонность к нам. Ну и, кстати, эти тапочки добавились в список трансмога. Классно. Плюс одна модель трансмог. Тканевая. Я доволен. Всех вам благ. Счастья, как говорится. До скорого. Видосики там смотрите. YouTube-канал посещайте почаще. А ВК-группу смотрите, в которой розыгрыш жетона проходит. Ну и на стримы приходите. Рейдики, рейдики с вами. Короче, всякие увеселительные моменты. Берегите ноги. До скорого, не болейте.